Плохие дороги были всегда главной российской бедой. Война с распутицей со временем превратилась в национальный вид спорта. Пожалуй, нигде в мире люди не любят с таким наслаждением месить грязь, как делают это у нас. Сегодня в программе «Красная зона» итоги трофи сезона 2007. В самом начале сезона предвещал быть очень необычным. Дело в том, что помимо официального чемпионата по трофи-рейдам РАФ объявил проведение серии зональных отборочных соревнований на Кубок России, организаторами которых выступили местные клубы и любители оффроуда. Надо сказать, что трофейное движение в стране очень популярно, да, так как, опять же, страна большая, дороги плохие, и внедорожников у нас много, начиная от простого УАЗика и заканчивая роскошными, скажем так, там, внедорожниками, да, люди пытаются выезжать, люди пытаются сами как-то там проверить свои силы и силы своих внедорожников. Это плавно перетекает в создание клубов, клубы тут же начинают организовать клубные мероприятия. И вот такая, по такой цепочке, значит, да, у нас каждую неделю по всей стране проходят десятки внедорожных мероприятий на клубном уровне. Да. И зимой тоже, несмотря на холодные зимы, и зимой тоже проводят соревнования. Клубные соревнования обычно больше напоминают дружеские покатушки с шашлыками и прочими радостями отдыха на природе. Количество человек в экипаже ограничено только грузоподъемностью автомобиля. Маршруты больше не слишком сложные, да и судейство весьма лояльное. Ведь люди приехали биться не за призы и звания, а для того, чтобы получить удовольствие. Насколько клубное трофи-движение сильно в России, можно судить по соревнованиям, которые проходят в городе Тверь. Среди профессионалов бездорожья джип-клуб «Лебедушка» славится в первую очередь своим уникальным этапом чемпионата России, который называется «Тверская земля». Описание тех мест, в которых проходит рейд, можно найти еще у Твардовского, иначе как гиблыми их не назовешь. Но трофистов это не страшит. Однако не пугайтесь, для любителей здесь все гораздо проще, иначе покатушки бы не были такими массовыми. Ежегодный рейд «Танковый прорыв», посвященный освобождению города Калинина от фашистских захватчиков, собирается более 130 экипажей. Местные власти используют внедорожный спорт для патриотического воспитания молодежи, и это работает. Торжественный старт колонны в самом центре города. Зрелище незабываемое. Вряд ли где-нибудь еще можно увидеть столько внедорожников самых разных моделей и конструкций в одном месте. Тверичи к таким парадам привыкли и ходят на них смотреть, как когда-то в советские времена ходили смотреть на парады военной техники. Конечно, больше всех радуются дети. Но и среди старшего поколения есть те, кто с удовольствием разглядывает технику. Кстати, ГАЗ-69 пользуется в Твери особым уважением. Здесь даже шутят, что машина была сделана специально для них, для 69-го региона. Вот сейчас иду и смотрю, ну почему нет, не ГАЗ-69, не ГАЗ-67. Есть, есть, там дальше ГАЗ-69 есть. Есть, да? Да. Ну, так это же моя была личная машина, я на ней. Я ее когда первый купил, господи, меня все за волосы хватали. Я все леса вот наши объездил в Калининской. Вот сейчас ребят тоже поедут. Ой, ну я сейчас увижу его, ебок, я, наверное, заплачу. Такие трофи-рейды – отличная возможность для новичков попробовать свои силы. Как известно, у нас многие начинают воевать с бездорожьем в одиночку. Человек случайно становится счастливым обладателем внедорожника и сразу же лезет в грязь. Часто это заканчивается поисками трактора в ближайшей деревне. Явное преимущество массовых покатушек в том, что трактор искать не надо, они уже здесь и идут рядом с тобой по трассе, готовые в любой момент прийти на помощь. Самое лучшее для новичка – это пристроиться за кем-нибудь с мощной лебедкой и на больших колесах. Тогда есть шанс, что к вечеру выберешься в базовый лагерь и заночуешь в тепле, а не где-нибудь в болоте. Именно такие клубные соревнования становятся кузницей кадров для большого трофи, каким является чемпионат России. Чтобы оценить новый формат Кубка России по трофи, мы решили отправиться на первый этап Кубка черноземной зоны, так называемый «Бегемот-трофи». Как и положено официальным соревнованиям, они начинаются с торжественного парада участников, и лишь затем все отправляются на первый СУ. СУ-1 – это небольшая петля, поменьше для ТР-2-3, побольше для ТР-1. Для ТР-2 и ТР-3 достаточно интересная трасса, там заболоченный лес, достаточно глубокая вода, до метра. Вот. Под болочным участком есть некий рельеф, то есть будет достаточно интересно. Для ТР-1 это чуть более скоростная трасса, но тоже, в общем, с мягкими грунтами, с водой.
Вот. Так что на финише будет известно, насколько участникам понравилось. Трассы, поставленные Гадасиным, всегда отличались коварностью. Многие экипажи, привыкшие к клубным заездам, наивно полагали, что надо идти строго по легенде. Один за другим машины уходили в затопленный лес. Там многие из них и остались. Любой трофи-рейд – это испытание для человека. Но еще больше страдает техника. После каждого СУ в закрытом парке остаются вот такие вот артефакты. А сколько еще их разбросано по болотам. Например, после вчерашнего СУ-1 несколько экипажей до сих пор меняют агрегаты в полевых условиях. Залило двигатель и, скорее всего, прогорел поршень. То есть через клапанную крышку пошла вода. За 7 лет вот первый раз бросил машину в болоте. Вообще не хотел сбросать, было обидно, но настолько уже вымотались, что было принято решение, что все-таки оставить ее. Как видите, далеко не все разгадали ребус маршрута. Зато ребята из Черноземья проявили себя настоящими бойцами. Техники, конечно, поломалось немало, зато и удовольствие получить успели. Победителем стал Николай Иванович Абалмазов на уникальной Ниве собственной конструкции. Несмотря на то, что в организации были кое-какие накладки, первый опыт таких соревнований можно назвать удачным. Главным событием сезона, конечно же, по-прежнему остается чемпионат. Учитывая то, что наша дисциплина достаточно молодая, чемпионат России проводится с 2003 года, да, как бы положительная динамика на самом деле каждый год прослеживается. Вот. Но, во-первых, опять же, пятиэтапный чемпионат России уже закрепился. В этом году были новые регионы добавлены по отношению к прошлым годам. Да, чемпионат России прошел в Тюмени, что расширило географию соревнований, учитывая, что Россия большая по территории. Да, там у нас первый этап прошел в Санкт-Петербурге, один из этапов прошел в Тюмени, Тверь, Подмосковье, вот, и Нижний Новгород. То есть мы как бы более-менее географически охватываем большую часть России. Это большой плюс. Итак, началось все на майские праздники в городе Тосно, что под Питером. Если начать с кировских болот, кировские болота, организуемые Борисом Гадасиным, всегда являются очень интересным соревнованием. Спецучастки разнообразные, сложные спецучастки. Спецучастки, которые требуют очень осмысленного подхода к прохождению. Вот. Скажем, в частности, для меня это был не очень удачный этап. Всего лишь 6-е место по результатам. Напомню, что в чемпионате участвуют два класса машин. ТР-2 – это внедорожники с минимальными разрешенными изменениями и доработками. То есть те машины, в чертах которых легко узнаются конкретные марки. И ТР-3 – это прототипы свободной конструкции. Правильнее было бы назвать их транспортными средствами, потому что назвать этих монстров автомобилями язык не поворачивается. Судите сами, никаких ограничений, за исключением тех, которые призваны несколько уравнять участников в возможностях. Это в первую очередь вес и размер колес. Еще не так давно чемпионат был битвой двух столиц. За победу в основном боролись представители Москвы и Санкт-Петербурга. Затем в эту борьбу активно включились уральцы. В этом году жителей каменного пояса в стартовых протоколах чемпионата нет. Они заняты в региональных гонках кубковой серии. Но святое место пусто не бывает. И в историческое соперничество Москвы и Питера азартно пытаются вмешаться сильные команды из Нижнего Новгорода и Липецка. В течение 4 дней спортсмену предстояло пройти 4 спецучастка. Кировские болота, ну, в самом названии соревнования заложено, да, некая изюминка, там присутствует болото. Вот. Огромные мховые болота, которые на самом деле сначала пугают, да, и этим и хороши, это ты преодолевая себя, свой страх перед этим бескрайними просторами, и когда машина, значит, проходит дистанцию, конечно, вот не столько первое место, конечно, хорошо, но когда ты преодолеваешь, это вот большинство спортсменов именно из-за этого любят кировское болото, есть момент преодоления себя и своего страха перед болотами. На этот раз изюминку преподнесли с особым смаком. Впервые финал соревнований открывал одновременный старт. Явление абсолютно невиданное в гонках по бездорожью. После взмаха стартового флага 12 машин, взревев моторами, ринулись в болото. Первые 30 метров каждый из экипажей должен пройти строго в отведенном для него коридоре. А после этого может выбирать траекторию абсолютно свободно.
Протяженность СУВ всего 4,5 километра, но некоторые наиболее рьяные экипажи настолько увлеклись очным соперничеством, что забыли об осторожности. Последствия плачевны их машины остались в трясине. Впрочем, к участию в финале допускались только сильнейшие, поэтому те, кто смогли, прошли трассу довольно быстро. Кстати, в этом году крупные внедорожные соревнования проходили не только под эгидой РАВ. Весной в Липецке стартовала открытая внедорожная серия Offroad GP Russia. По задумке организаторов, эти соревнования должны были стать достойной альтернативой официальному чемпионату. Предложение было более чем заманчиво. Во-первых, призовой фонд в 5 с лишним тысяч евро. Во-вторых, мощное освещение, пресса, телевидение и даже спутниковая онлайн-трансляция через интернет. Слово сказать, география серии тоже была неплохой. Москва, Липецк, Екатеринбург. Кульминацией всего сезона стал заключительный 5-й этап чемпионата России. Подмосковная Ступино съехались лучшие команды чемпионата, а также победители зональных кубковой серий. Участников было очень много. Однако количество машин на трассе – это не главная особенность этого события. Здесь участвуют все участники всех кубков по всем зональным зонам. То есть это возможность увидеться всем трофистам российским, потому что общение – это вообще на самом деле немаловажно. Почему? Потому что нужно увидеть, кто какие машины построил, нужно увидеть, кто какие технические вообще достижения имеет на сегодняшний день. То есть нужно общение. То есть если мы хотим, чтобы трофи-рейды развивались в России, нужно элементарное человеческое общение, чтобы люди видели, какую машину кто собрал, какие в ней технические достижения. Поэтому я на самом деле очень приветствую, что организаторы собрали здесь всех в Ступино. Пусть они сделали, может быть, немножко шоу, но если мы хотим, чтобы была популяризация трофи-рейдов, я считаю, нужно немного потерпеть. Я надеюсь, что в 2008 году количество участников будет расти. Одно из отличительных черт этого этапа как раз является доступность. Так это рядом с Москвой, удобные подъезды, возможность и командам, и спортсменам, и организаторам привлечь и зрителей, и журналистов. Вот того, что это один из тех этапов, когда спортсмены просто элементарно могут пригласить там каких-то своих друзей, родственников, жен, детей, и вот показать, чем они занимаются. Так как очень удачно расположена трасса, спецучастка, который мы так традиционно называем «Журналист». Она очень компактная, очень интересная, очень рельефная. Там вот так вот, прямо в черте города, сосредоточено там и холмики, и затопленная такая пойма речки. Вот, и плюс мотокроссовая трасса рядом. И вот это очень интересно, это очень динамично, это очень много зрителей и хорошая картинка. Действительно, трасса вся на виду. Представляется редкая возможность увидеть, что же такое внедорожный спорт вживую. Естественно, это вызвало большой интерес у зрителей, в первую очередь у местного населения. Мы здесь местные жители, и как бы вот я с сыном, и второй сын уехал домой, очень понравилось, так фотографии куча. То тут, то там, вокруг трассы, прямо по болоту сновали люди с фотоаппаратами и мобильными телефонами, пытаясь запечатлеть все происходящее. Количество зрителей было так велико, что организаторы с трудом их сдерживали. Такого наплыва никто не ожидал. Люди были повсюду. Примечательно, что этот жесткий мужской спорт оказался интересен не только мужчинам, но и представительницам прекрасного пола, которые шли на немыслимые жертвы, чтобы оказаться поближе к месту событий. Чем еще хорош Кубок России? Он достаточно непредсказуем, потому что приезжают большое количество людей из регионов, которые напрямую с собой никогда не встречались, не соперничались. Да, есть некая, до последнего вот спецучастка была интрига, потому что мы сами не знали, был фаворит, нет фаворита. Люди не пересекались. Перед началом финала мы очень болели за Николая Балмазова и его чудо-ниво, лидеров Кубка Черноземья. Но все сложилось иначе. Победителями Кубка России стали братья Самарины из Курска. Чемпионами России, в свою очередь, стал экипаж Сергей Халязев и Дмитрий Овчинников из Липецка. Чемпионы до сих пор у нас были или Москва, или Санкт-Петербург. Вот. Тут, во-первых, вот Липецк разбавил эту тенденцию, и нижегородцы, думаю, в следующем году тоже сильно поборются, имеют большие шансы как бы расширить географию чемпионов.